Друзья мои, не удивляйтесь, я сейчас нахожусь на минус втором этаже, мы пишем автомобили на минус втором. На самом деле наш салон находится на минус третьем, просто у нас есть там, идет небольшой улучшайзинг, небольшой ремонт в части салона, и часть автомобилей мы сейчас выкатили на минус второй. Это нормально, мы как находились на минус третьем, так и есть. Просто некоторые машины вам будем показывать в ближайшее время на минус втором. Как, например, и вот эта Voya, которая только что зашла, ждет завтра своей очереди для того, чтобы помыться. Теперь у нас есть и мойка, и шиномонтаж. То есть вы можете приехать, купить у нас автомобиль, попросить, например, менеджеров закупить вам резину. Мы сделаем это, тут же переобуемся, поедете уже на зиме. Итак, вот эта Voya, это автомобиль в черном цвете с, ну, моим любимым салоном. Я об этом говорила уже не раз, в особенности на примере золотистого цвета Voya. Здесь, видите, черная машина сверху и вот такой вот кузов, на мой взгляд, очень удачный. Если вам такой кузов кажется слишком ярким, такой, точнее, салон слишком ярким, то есть варианты, у нас много вариантов с салонами более спокойными, там черный, например, песочный и так далее. Машина уже идет с ковриками, и у нее комплектация полная, но мне кажется, сейчас даже другой комплектации и не существует. То есть это панорама с люком, это обогрев вентиляции, обдув сидений, адаптивный круиз-контроль, там электро багажник, все это здесь есть. Кстати, давайте-ка заглянем в багажник, посмотрим, а есть ли там тоже коврик. Вот на сзади давайте покажу с высокими бортами ковер. Здесь тоже есть. Под ним, интересно, кстати, какой цвет. Черный. То есть, на самом деле, если это эстетически ваши чувства нарушает, можно его смело выкинуть, и у вас будет просто черный ковролин. Кстати, молодцы. Салон светлый, ковролин черный, для нашего климата очень хорошо. И багажник открываем. Открываем. А, вспомнила, вот здесь у Voya. А, да, тут тоже они поставили вот этот ковер, положили. Вот, ну, повторюсь, это дело такое, не нравится, выкиньте его, и все, за него платить дополнительно не надо. Вот, так что приезжайте, у нас есть много вариантов этих автомобилей. Прям мы специально несколько завезли под выходные. До 5 миллионов рублей они стоят. Ждем вас.